На встрече с губернатором Сергеем Морозовым активисты Ульяновского отделения Общероссийского народного фронта обсудили план совместной работы на 2018 год. Задач поставлено много. Среди них – повышение качества жизни в регионах, демографическая политика, продолжение программы капитального ремонта. Другой не менее важный вопрос – состояние дорожного полотна. Зачастую представители власти рапортуют об удовлетворительном состоянии магистралей. Но люди продолжают жаловаться, оставляя свои комментарии и отмечая плохие участки дорог на интерактивной карте «Дорожная инспекция ОНФ. Карту убитых дорог». А совместный выезд фронтовиков и дорожных служб только подтверждает, что качество ремонта оставляет желать лучшего. На Розе Люксембург вырыли огромный котлован. Его засыпают сегодня известковым щебнем, который сыпет воду, и он тут же разрушается. И то есть латка, которая будет залатана, уже не даст гарантийного того срока, блин, то есть на следующий год эта яма будет еще больше. На ремонт и техническое оснащение дорог Ульяновской области будет выделено более 10 миллиардов рублей. Из федеральной и региональной казны средства поступят уже в этом году. Большое количество денежных средств будет распределено по программе «Безопасные качественные дороги». По проекту планируется установить современные системы видеонаблюдения, заменить дорожное покрытие, обновить освещение и заменить дорожные знаки и отбойники. Фото-видеофиксации правонарушений на автомобильных дорогах, обеспечением освещенности как пешеходных переходов, так и транзитных улиц, и в селах, и в районных центрах, и на федеральных, и на региональных, и на муниципальных дорог. Конечно же, основной составляющей является это ремонт самого дорожного полотна. В 2018 году активисты продолжат заниматься повышением доступности и качества объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и обеспечением эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства. Народный фронт – это не только вот та организация, которая смотрит за развитием экономики. Народный фронт – это еще и уникальный ресурс для прямого, честного и, на мой взгляд, очень беспристрастного разговора, диалога между обществом и властью. После всех ремонтных работ и общественного контроля активисты ОНФ вместе с мэрией и уполномоченными лицами по традиции проведут оценку проделанной работы. Заключение фронтовиков будет прозрачным и объективным, ведь организация подчиняется не местным властям, а напрямую президенту Российской Федерации. Виктория Чиркова, Данил Сурков, новости Ульяновской правды.